творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфри. Немного аффирмаций из книжки Натальи Правдиной. Азбука успеха от А до Я. Мое здоровье великолепно. С каждым днем моя жизнь улучшается, а мое здоровье крепнет. С каждым днем мой организм все энергичнее работает на омоложение и оздоровление. Я излучаю здоровье, молодость и красоту. Я здорова, я молода, я прекрасна. Я принимаю для себя идеальное здоровье здесь и сейчас. Я привлекаю здоровье, я творю здоровье, молодость и красоту сегодня и всегда. Здоровье божественное. Я с радостью принимаю божественное благополучие и здоровье. Я создаю крепкое здоровье. Я создаю свое могучее здоровье, неиссякаемую радость и неприходящую молодость. Мой организм очищается от всех болезней, усталости и наполняется светом и здоровьем. Я постоянно забочусь о своем здоровье и своей внешности. Я красива всегда. Я красива всегда. Мне с рождения дано право на полноценную активную жизнь. Я с благодарностью принимаю здоровье. Мое здоровье несокрушимо. Я выбираю для себя могучее здоровье прямо сейчас. Мое тело накапливает здоровье. Возможно, кто-то из вас читал, я загружала такие настрои Сытина, настрой Сытина с Ютуба. Загружала с Ютуба. Вот такие там. В основном у него такие настрои для женщин, для мужчин. И такое на могучее здоровье. Могучее здоровье. В общем, эти, можно даже сказать, такие настрои, аффирмации положительные. Достаточно положительные. А здоровье, они повторяются и повторяются. У меня вливается божественная сила, несокрушимое здоровье. Мое здоровье крепнет. В общем, я загружу еще раз эти настрои на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис. Такие вот дела. Я живой символ здоровья и процветания. Я программирую себя на здоровье, красоту и молодость. Я утверждаю свое право на здоровье, молодость и красоту во всех ее проявлениях. Я с радостью принимаю жизнь, наполненную здоровьем и благополучием. Наполненную здоровьем и благополучием. Да. Мое тело наполняется энергией здоровья каждый день. Я выражаю искреннюю любовь своему прекрасному, здоровому, молодому телу. Я выбираю жизнь, наполненную здоровьем. Мой путь приводит меня к наслаждению здоровьем, красотой, гармонией, силой и молодостью, так как это именно то, во что я выбираю верить. Да. Я излучаю здоровье, я становлюсь привлекательнее. С каждым днем я становлюсь привлекательнее, с каждым днем. Я искренне желаю здоровья, добра и счастья окружающим меня людям. Я улучшаю свое здоровье и свою судьбу. Я эталон здоровья
и красоты. Я активизирую свою драгоценную жизненную энергию и возрождаюсь к новой жизни, наполненной здоровьем и радостью. Здоровьем и радостью. Я выбираю такие мысли, которые делают меня здоровой и красивой. Здоровой и красивой. То, что я повторяю по два раза, это я просто повторяю, думаю, еще раз повторить. Здесь по одному разу, понимаете? Я выбираю такие мысли, которые делают меня здоровой и красивой. Здесь написано, это один раз. Это я уже просто повторяю. Это все-таки аффирмации. Моя жизнь соткана из радости, здоровья и красоты. Божественная сила исцеления дает мне здоровье и бодрость, дарует мне красоту и молодость. Да, я дышу воздухом здоровья. Ой, какой шикарный воздух. Немножко дождик прошел в Санкт-Петербурге. Ну, по крайней мере, у нас здесь. На комендантском, можно сказать, на комендантском аэродроме. Буквально тут за какие-то между моими съемочками. Так было сухой асфальт, я смотрю, как-то прошел, спрыснуло немножко дождик. Но здесь зато легко дышится, такая немножко прохладная погода. Дождик прошел, ни пыли, ни грязи. Ох, в общем, дышится очень легко. Я могущественный творец своего собственного здоровья и процветания. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. Я принимаю здоровье. Я принимаю здоровье. Мое здоровье крепнет с каждым днем. Я достойна всего самого лучшего в жизни по праву рождения. Я заявляю о своем праве на здоровье. Это будет 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфудин. Так что вот такие вот дела. 8 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфудин. Аффирмации от Натальи Правдиной, из книжки Натальи Правдиной. Я олицетворение божественного изобилия и любви. Все двери раскрываются перед этой силой.